Я снова здесь и снова давно фар Soul Storm. Один очень хороший человек прислал нам реплей на обзор. Спойлерить я не буду, благо сейчас это можно сделать. Давайте глянем. И вновь это ФФА на лесах Ассирии. Прихожу к мнению, что очень зрелищные игры именно ФФАшки. Что тут может произойти, одному богу известно, кто на кого нападет и кто куда пойдет. Это предсказать это нереально. Гвардеец на центральной позиции с 5 точками. Флинтстоун, да, правильно. Космодесант Херетик. На боевой позиции. С кем он будет сегодня драться? С таушником Спарко. Спарко против Херетика. Понятно, верхняя позиция. Вася Лефтер. Вася. Некроны. Некрошки есть некрошки. Они будут популярны всегда. Ага, подтупливает. Ладно. Ну и лучшая позиция Джикс. Лучшая позиция Джикс. Через одну пачку гвардейцев играет. Надо же, надо же. Ну правильно, зачем мне делать две, если здесь всего три точки. На меня никто не пойдет. Но генератор не строится. Ё-моё, все понятно. Все печально. Ладно. Тау. Со СМОМ они встретились, у них битва начинается. Турелечка от СМА. Скауты на декапчик сейчас пойдут. Стелцом захватывается, ну, вроде бы как турель, ну, вроде бы могут и веспиды полететь. А, не успел, опоздал. Кто? Стелс стоит сюда, не идет, не летит. ТК плюс ФВ, первый ТК, потом ФВ, лучше ФВ ТК, наоборот лучше это делать. Ну, вот отмена, здесь декап. Хорошо, Гвардос, сразу два здания, оружейка и казарма на Т1, это печальная новость для тебя, друг мой гвардеец. Подозрения серьезные у меня по поводу твоих способностей. Космодесант, то же самое, на этой позиции вышел первый форс, это неправильно, первый ТК тоже неверно. Можно было запросто размазать начальными рашами, веспидами, я не знаю, крутый ТК, крутый ФВ, что-то вот такое, или первые скауты бегут сюда, смы, ФК, смы, нужно драться, нужно все вложить в Т1, чтобы убить, а не вот это вот все. Стелс дает обзор, контролирует, кстати, Спарка контролирует ситуацию. Некрон стоит, две турели со старта, две, просто две сразу. Не надо так делать, не надо так делать. Гвардеец стоит, три гена, Т2, точка грейжная. Давайте чуть-чуть ускорим, пока, потому что виловато что-то выглядит. Гвардеец стоит, тремя рабочими бежит. Единственное, пока где битва идет, это СМ с Тао. Вяжут в мили. В принципе, можно даже было и не бежать в мили. Один форс направляет, просто перестрелять. Вот просто стрелять и все сейчас. Ты видишь, что тебя сейчас бьет этот невидимка. Сделай капер. Где твои скауты? Скауты стоят, бегут на точку. Здесь стоит на точку. Вот ты слил пачку ФВшек. Все, иди убивай. Один форс отправляй на ТКшечку в дальний бой. А СМы начинают ломать уже генератор, точку. Ты победил. СМ здесь победил. Победа СМА. Вот прострел. Здесь застрой. Точка прогрейженная. Крутый. Тау командор впитывает, круты вяжут. От этих крутов можно не убегать. Единственное, что вот выйти вот сюда, вот в сторону, чтобы по тебе эта точка хотя бы не стреляла. А от четырех крутов можно и не убегать. Тебя здесь попросту больше. Гвардейцы наблюдают, смотрят. Т2. На Т2 тактика контрол. Ты в Т1. Некрон. Аж третью построил. Это, Вася, это чересчур. У тебя 1, 2, 3, 4, 5. У тебя плюс 60, плюс 70 и генин. И ты построил 3 турели. 4 турели, ё-моё. Круто. От крутов убегать не нужно. От крутов убегать. Их уже нужно перестреливать. Их убивать нужно. Убегать от них совершенно ни к чему. Да, 80-й генератор. 1, стоп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, плюс 80 прирост. Стадо стоит. Масса генов. Ты в Т2 не идешь, но строишь гены. Сколько у тебя прирост? 40. А, ты все грейдишь точки. Делать этого не нужно. Некрон поехал с корабеями на разведку направо-налево. Посмотрел. Джикс.
GXT2. Разведочка здесь. Здесь два гвардейца. Здесь битва. Ну все, СМ вроде бы да. Все, продавил? Продавил СМ. Харитик продавил. Все, ломай точки, захватывай точки. Победа твоя в кармане. Хорошо. Обелиски. Два обелиска. Сколько вложено сил в эту оборонительную структуру, которая пока не актуальна. У Некрона все есть для того, чтобы отбиться вот этими бесплатными НВшками и одной турелькой. А если будет жарко, потом уже добавлять еще. Но нет, ты делаешь вот такую линию обороны. Напрасно. Да, Тау ливнул. СМ победил Херетик. Он сейчас получит точки в свое распоряжение. Халявные. Ну как халявные. Получил. И на него немедленно идет гвардеец. Немедленно. Ну, смазь здесь все-таки побольше. Даже тут грены 3 из 3. Это все равно не... А, хотя форс побитый. Здесь КС. Что у него? Т1. Оружейка на Т1. Оружейка на Т1. Вардос. Ну вот, форс. Ага, сейчас перестреляют. Удар. Почему-то не по форсу ударил молния. А, он и так умер. Химерка. Химерочка. Химерка точки не греет. Химера, да, конечно, СМ пока не сможет. Только черепками станет расстреливать. Наверху без изменений гвардейцы. Гвардеец копит силы. Некрон идет в Т2. Терроризирует здесь СМА. СМ в Т2 не идет. Новый форс. Господи, прости. Когда я вижу второго форса на Т1, это страшно. Это, я понимаю, может быть ситуация, когда нужно сделать форса. Когда, например, дуэль. Когда жесткое месиво идет. Когда вы поменялись героями. Когда вы продолжаете меситься на Т1. Я согласен, делается второй форс. Но сейчас-то, блин, зачем? Чтобы второй раз его слить? Позор. Стыд и позор, тем более там уже техника. Какой в жопу форс. Ты, цена Т2. Какая турель дальнобойная. Смотрите, какая дальнобойная турель. Как она простреливает. О, нельзя стрелять через текстуры. Нельзя запретить. Запрет. Нельзя через текстуры стрелять. СМА. СМА убивают, СМА побеждают. Вот ты только пошел в Т2, смысл твоего форса. Харитек выходит. Гвардеец показывает, что он Т3. Зачем знать, что Т3 гвардеец? А вот затем. Показал бомбардировку, гвардеец в Т3. Это значит, что сейчас будут каски, огрины и неуязвимость от престов. Вот что сейчас будет. Вот это сейчас будет. Пойдет гвардейская тяжелая пехота. Так, что такое? Что такое? Скоробейчики. Некрон на разведочку отправил своих скоробейчиков посмотреть карту. Двое. Двое сдохло. Двое. У этого гвардейца со специализацией. Три пачки гвардосов со спецой. Две арты. У него Т3 идет. В бараке сидят в здании. 6 генов у него там спрятаны. Гвардеец берет точки. Да, теперь гвардеец Джикс. Хозяин жизни. Хозяин ситуации. Посмотрел. Т2. Т2 только идешь в Т3. Гены достраивает, грейды, вот они касочки, глобалы, кстати, уже два плюсика, глобальные глобалы. Угу. Так, ладно, и точки берет, понимаете, карту он захватывает постепенно. Что Некрон? Что Некрон? 125 прирост Т3 идет, обелиски прогрейжены. Слишком много ты вложил. Слишком много ты вложил в оборону. Причем эта оборона, как сказать, ну, не актуальна была. На тебя никто не нападал. Никто, даже намека не было. Зачем ты столько вложил сил в эту оборону, когда мог банально затычиться гораздо быстрее? Ну ладно, ты боялся нападения. Ладно, ты прикрывался. Окей, без проблем. Ты просто боялся. Ты вот летаешь, смотришь карту. Остались два гвардейца и Некрон. И только-только начало, грубо говоря, игры нашей. Некрон и два гвардоса. Взял точки, укрепляться будешь здесь? Точки взял. Т4, лиманы. Лейтгейм за гвардейца. Вроде бы как мы обсудили с вами. Это массентов и тяжи. Попробовать пока через тяжи. Потому что если делать гвардейцев и закачивать их, это нагрузка на микро. Прощелкивать вот эти добавления, reinforce. На в лейтгейме
на это времени совершенно нет. Совершенно не остается минуте на 60-й, 80-й и так далее. Уровень игры, темп игры становится крайне высокий, поэтому нужно попробовать поиграть через тяжи. Гвардейцы, а солдаты будут умирать нон-стоп. И каждый раз реинфорс это нагрузка на руки. Ладно, поехал на разведку. Разведочка, ага, турельки встретили. Так, у них два монолита. Два мона, лучшие турели в игре, лиманы. Тяжи, 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 тяжи. Передвигать тяжи, это проще в управлении, это неплохой урон. Что у этого гвардейца? Лиманы также, также лиманы. И вот вроде гвардейцы собираются побиться друг с другом. А в стороночке у нас оказывается верхняя позиция, которая обычно, как правило, находится в центре боя, и ее все бьют. А здесь она оказывается в стороне. Вот видите, как получилось. Невозможно предсказать, как пойдет сценарий этой или иной фуфуа на лесах Осирии. И гвардейцы зацепились. Гвардейцы закусились. Сейчас. Именно сейчас они бьются, гвардосы. Ух ты, толпа. Они все со спецой, кстати. Ну, здесь тоже, но здесь меньше. Меньше. У Флинстона армия здесь побольше, повнушительнее, кстати. Гвардейцы, армия Джинкса, она разрознена, разбита, неорганизована. Здесь гораздо больше. Флинстон, армия побольше. И отступает. Джинкс отступает. Здесь армия, армия позакачана побольше. И главка здесь уже укрепляется, как, а? Так, что это? Выходит на театр боевых действий, не выходит Василий. Выходит Вася Лефтер, точка. Свежи. То есть без разведки просто решил напасть на центрального гвардейца, да? Плюс 157 прирост, энергия накапливается. Решил напасть. Свежеватели у тебя толстенькие, у тебя 2-3 монолита. Чем больше у тебя поднятых монолитов, тем толще твой лорд и твои свежеватели. Отступает Джикс. Отступил он. Отступил и задумался о своей жизни, потому что сейчас могут меня пойти убивать, а у меня ничего и нету. Два просвета. Третий монолит. Третий мон. Свежачки. Так, это высадка, видимо, пощупать, проверить, что да как, да. Гвардеец продолжает, не реагирует, база отобьется сама, артиллерия отобьется, главка отобьется. А я здесь заберу пока территории снизу. Постоянно смотрит, постоянно смотрит. Ну сколько ресов, посмотрите, сколько ресов, тысячи, исчисляется тысячами. Просто арту подвести поближе и раздолбить базу, расстрелять. В прошлом видео я, кстати, сказал, что ложный монолит привязан к реликту. А сейчас у меня новая информация появилась, что жизнь ложного монолита лжеца зависит от наличия у тебя живого монолита, а не от реликта. Ну, в каком-то смысле от реликта, но зависит не от рела, а от живого монолита. Если у тебя живой монолит есть, монолиты от лжеца пропадать не будут, если я правильно понял. А если у тебя живого монолита нету, твои ложные монолиты тоже будут пропадать. Понимаете, какая завязочка интересная? То есть вот это надо порассуждать на эту тему. Так что наличие огромного количества ложных монолитов, быть может, это никакой опять не баг, а это фишка некронская. Со сферы воскрешения поднял свежей. Что получается у нас? Гвардеец Флинстоун нападает на некрона, а некрон свежевателями пытается навредить базе. Но навредит он здесь крайне мало. Все-таки я считаю, здесь и арта, здесь и лиманы, турели. Главка стреляет. А здесь существенная, существенная агрессия происходит. Чем занят гвардия Джикс? На базе закрылся, испугался, отступил прям до главки, ни шагу назад. И копит силы. Вот уже ломают главочку. Гвардейцу ее сломает. И здесь ломает, обратите внимание. 4000 здоровья. Ну что? Единственное, что могу сейчас посоветовать этому Флинстоуну, это 200-200 использовать по укреплениям турелей. Здесь-здесь расстрелять, разбомбить и пойти работать по монолитам. Ты летаешь, продолжаешь летать. Смотреть.
тебе ломают базу, у тебя ноль лимиты. Вот в чем проблема этой верхней точки, что у тебя нет лимитов, ты армию ты не можешь создать. Ну что, пытаться отбиваться, мне кажется, надо. Здесь ты главку толком не сломаешь. Надо возвращаться сюда, кидать солярку сюда, свежее уже бросать сюда и начинать отбиваться здесь, потому что тебя потихонечку уже продавливают. Потихонечку. Дестры, свежи дестры, свежи биг дестры, хэви дестры. Ну, первый приехал, но тебя сейчас положат. Просто проехал. Проезд почета. Вот какой некрон, вот некрошки. Монолитов больше, здоровья больше. Последний свежеватель 1300 у него при 2,5 монолитов. 1300 хпшечек у одного. А сколько будет при 3 монолитах? Надо, кстати, потестить. Ну что? Неуязвимость, ну что? Свежие пошли. И гвардеец зашевелился. Зашевелился гвардеец и пошел забирать территории, которые забрали у него. Обзор снайпер. Гвардейцы со спецой больно, но и свежеватели здесь непростые, а они грейжные. Это грейжные свежеватели, они грейжные монолитами. Вот оно, наконец-то, 200-200. 200-200, наконец-то. По монолиту только 200-200, а некрону... Паук выходит собирать трупы, сюда выезжает. Должен заниматься именно этим, или он выехать не может здесь. Удаляй гены, выезжай, пусть собирает трупы, ездит. И как получилось у нас, смотрите, как получился любовный треугольник против часовой стрелки. Флинстоун убивает Василия, а Джикс пошел убивать Флинстоуна. Вот треугольник у нас вышел. Какой? И получается, у Василия здесь атака вроде бы как и захлебнулась. С ним постоянно он бьется только со свежами. Продвижения у него нет на фронте. И в тыл пришелся серьезный удар. В тыл. Фуфарщика на лесах Осирии, вот что здесь происходит. Вот что здесь происходит. Хэви дестры. Хэви дестры надо ломать технику, а дестрами ломать пехоту. Сфера воскрешения. Свежи, поднимаются свежи. Ну смотрите, смотрите, сейчас Флинстоун ляжет. Он уже ложится, все, все. Если только он не отступит сейчас, Джикс, если не отступит. А Джиксу... Вообще плевать, он здесь как бился с некроном, так и бился, даже не шевелится. Базу ему разворачивают уже абсолютно полностью, а он не шевелится. Не двигается абсолютно. И атака захлебнулась, и тылы потерял. Поражение на всех фронтах у Флинстоуна. По всем фронтам поражение. Лжец, куда ты полетел? Куда ты полетел? Ты хочешь на этого гвардейца еще вмешаться? Логики не понимаю. Зачем? А, просто посмотреть? Так тогда лучше оставь, пусть его добивают. А сам здесь отбейся, забери точку и попробуй агрессию совершить сразу же на другого гвардейца. Собственно, ты его ищешь, правильно? Ты его ищешь. Все, отбился. Прирост есть, вот только лимитов мало. Надо забирать точки обратно, а лимиты поднимать. Монолит что, портанешь? А портовать-то нечего. Нечего, слишком мало. Ну что, здесь он не сломал, кстати, главку ни одну, а решил подраться с некроном, как поменялись местами. Ты недостоин биться с этим некроном, я буду биться с этим некроном. И всего лишь две пачки свежей портанулось на базу к Джиксу. Всего лишь две. Это очень мало. Это ничто. Тебя тут встретят пижи, точки, турели. Ну, смотрите, как ломают. Смотрите, свежие это жесткие ребята, когда их много и когда они из всех тетришных монолитов. Ну что, опять у нас размен баз. Причем этот гвардеец выжил. Флинстоун выжил. Но это не размен баз, свежий, это слишком мало, это слабо. А здесь? Флинстоун просто стоит, вообще чем он занят? У него столько ресов, а он перестал что-то делать, перестал. Может он смирился с поражением, может он уже ливнул? Может быть он уже ливнул? У него просто простой... Нет, создает касочек, столько ресов, столько ресов!
Свежи. Свежи, свежи. Ну, ломать турельки, ломать точки, ломать производящее здание. Один лиман, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Где 12-я турелька? Не вижу. Так, еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12-я была здесь. 12-я была здесь. А смотрите, свежи живут, они время тянут. Они живут и они бьют. Один огринс. Да, это целое поле. Это некронское поле турелек. Некронское поле турелек у нас здесь. Не, красиво. Некронские турельки — это красиво. Это что тут говорить? Некронские турельки — это красота. Это красота. Некронские турельки. Что происходит? Что происходит? Свежи здесь возятся, вяжутся. Касочки здесь живы. В общем, какой-то немножко сюр происходит, честно. Какой-то сюр. Свежеватели отравляют. Лучше бы и морталов сюда. Но они были бы не такие живучие, как свежи. Свежи живы, один лиман. Все, в принципе, у Джинкса-то армия закончилась, понимаете? Вот только лиман и вот эти вот солдатики, 5 солдатиков. А здесь каски и огринсы от гвардейца. Он выживает, у него все неплохо, резов у него масса. И он делает тяжи, комиссары, комиссары, присты. И опять пошел отбивать нижнюю часть карты, правильно? Возня бесконечная. Здесь прострел. В общем, бьют они друг друга по кругу, по очереди и одновременно. Избивают друг друга. Ни у кого нет конкретной цели. Просто куда-то что-то где-то бить, а где как, неважно. Монолит. Почему монолит? Вот этот монолит исчезнет. Потому что нет живого реликта, нет, нет живого монолита, нет реликта. Поэтому его судьба исчезнет. Вот в чем суть. Так что это надо пообсуждать. Это далеко не баг, это фича фракции. Как и эльдарская Т2, это фича фракции. Написано у эльдара, что требуется барак. А это опечатка? Это опечатка? Барак не требуется? Это опечатка банальная. Так, снова наспамлена уже толпа. 5 из 5. Куда поедешь? Куда поедешь? Посадил десант, поедет к некрону, да, поедешь? К некроше поедешь? Да, отбиваются здесь свежей, отбиваются. Некрон 4000. Свежи бесконечно производятся с дестрами. Куда поедешь? Куда помчишься? 2 лимана вышли. Ага. 200-200, у тебя столько ресов, столько ресурсов. Поставь сюда артиллерию, поставь и начни стрелять 200. Да, черт возьми. Да, неужели? Быть не может. Ну не этот же шмаляет. Нет, 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 он не видит. Он занят двумя свежаками на базе. Да, 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 стреляешь. Доперло наконец-то до этого гвардейчика. Как использовать огромное количество ресурсов в благих целях. Что ты пишешь, Джикс? Что ты пишешь? We need kill necker. Пишет он сам себе, кстати. Надо писать в общий чат. Мы должны убить некрона. Да, гвардейцы должны объединиться против внешней угрозы некронской. Да, приехал он к некрону. Но теперь эти свежи будут высовываться, высаживаться прямо под ногами. Но слишком... О, соляра! Какое некроны? Какое зло некроны? Некронское зло. Просто зло. Неимоверное зло. Выехать, высаживай сюда. Выезжай, высаживай сюда. Да-да-да. Высадил, сломано, высадил. Касочки, лиманчики. Че, ты прекратил 210-то стрелять? Прекратил, а напрасно. Стрелять надо. У некро мало точек, мал лимит. Но он неплохо держится. Правда, нападение на эту базу было, наверное, ошибкой. Сагрил одного гвардейца, сагрил второго гвардейца. И вот эти нападения на двух гвардейцев по очереди вынудили написать Джикса: мы должны убить некрона. И в итоге что? Да! Они пошли вдвоем на некро, ребята! Правый фланг получите. Я уж думал, ага, лучшая позиция у него
никто на нее не нападает. Получите, распишитесь, нападают. На Некрона напали с двух сторон. С правого фланга толпа гвардосов. И с левого фланга заехали лиманы, огрины и гвардейцы бегут. И касточки приехали. Получите, распишитесь. Ну что? Что нас здесь ждет сегодня? Гвардеец справа, гвардеец слева. Турельки. И постоянно Некрон отходит к монолиту для защиты. Ну что? Спеца работает. Турельки теперь... Господи! Вы посмотрите на это! 1v2. С двух сторон, ну... Я так понимаю, все, просто сейчас этот заберет все с правого фланга, этот с левого заберет. Или турельки. Хотя, подождите, турельки-то защищают сами по себе. Построил турельки и ушел петь по делам. Турельки всех убьют сами. Солярка, монолит новый. Тут уже, по-моему, передумал он нападать с одним лиманом. Две пачки свежей сюда. Здесь солярку, еще свежей сюда. Ложь. Ложь, забрал только огринцев. Маловато, лучше будет сюда прыгнул в кучку и здесь бы забрал вот эту кучку. Что у Джикса? У него то же самое, 1000 ресурсов. Тысячи! И... А в итоге армии-то по нулям, по нулям. Ни тебе, ни толпы, ни тяжей, ни арты 200-200. Абсолютно ничего. Но сам-то остается фактом, 2v1. Два гвардейца объединились против Некрона. Гвардейцы дерутся в мили, стреляют они по друг другу периодически, тяжи стреляют по лиманам. Вроде так негласно договорились. Но все равно воюют друг с другом. Ну и Василий отбивается, он отбивается. И вновь свежи, три монолита, свежи. Паук умер, сам, наверное, ты его убил, да? Хотя... Паук необходим, чтобы отсюда выехать и начать собирать свежей. Начать собирать. Да, вот они бьются здесь друг с другом. Да, они не могут. Не могут. Не хватает ни умения, ни понимания у игроков, как играть, как убивать. Тысячи. Арта сюда. Арта 200-200 нон-стоп по Некрону. Вычинить не успевает. Здесь бегство от трех моделек свежей. Гвардейца с 10 тысячами ресурсов того и того. Бегство от пачечки свежей. Но свежи, бесконечное производство свежей. Но видим, немножечко ресурсы у Некрона пошли в минус. Пошли в минус. Генераторы с красными точками, которые дают плюс 4, их надо уже удалять и заново создавать новые генераторы. Чтобы был прирост плюс 10. Некрон стоит. Некрон стоит. Турели. Турели. Ну вот тут снова толпа. Сейчас будет солар. Свежи высаживаются. То есть свежи высадились. Солярка получена. Узкий проходит. Очень узкий проходик. Мне нравятся узкие проходики, ребята. Очень узкие нравятся. Надо опять выходить отсюда. Сфера воскрешения поднялись. Еще толпа свежей. Левый фланг опять. Но тут масса турелей. То есть опять возня, опять гвардейцы не могут воспользоваться своей специализацией. Надо опять отсюда убегать. Убегать. Левый фланг опять подкрадывается. Он своими лиманами не вычиненными. 200-200 так никто и не стреляет. Тяжи. Вот. Тяжи это интересное решение. Вот теперь тяжи здесь поработают. 200-200 по своим. Бей по своим. Молодец. Хорош! Убивай своих солдат! Огонь на себя! Огонь на себя! Враг слишком силен! Вызываем огонь на себя! Убивай всех! Мы умрем, но и врага убьем! Левый фланг! Да, и тяжи развернулись, начали палить по этому гвардейцу. Турелечки побиты, побиты турелечки. На, теперь ты получи свежее, как по очереди. Некрон отбивается одними свежами. В узких проходах. Неуязвимость. Присты. 200-200. Разбить артиллерии все укрепления, а потом отправить вперед пехоту. Артиллерия разбивает укрепления. Дальше идет пехота. Do it. Don't attack me. Just do it.
Ну ты пишешь сам себе, Джикс пишет сам себе, он не знает, как писать в общий чат. Shift Enter. Ух ты, блин. Не знает, как писать в общий чат. Джикс, дружище, Shift Enter, писать в общий чат. Ну или вот на общение тыкнуть вот сюда. И снова мы видим, отбивается Некрон. Снова отбился, снова. Ну, конечно, все это выглядит кринжово, конечно, кринжово. Но факт остается фактом. Некрон отбивается от двух. Факт остается фактом. ИГ год, Фависи 1, Некрон, пишет Флинстоун. Василий плюс, я иду на атаку. Он снова продолжает писать сам себе. Я пытаюсь убить Некрона. Пытаюсь. И Флинстоун зовет его, давай убьем вдвоем Некрона, давай убьем вдвоем Некрона. Этот говорит, я пытаюсь, но он пишет сам себе. Вот проблема. Проблема связистов, проблема не иметь связи на поле боя. Вот когда связи нет, односторонняя связь, очень трудно договориться. Вот Флинстоун не слышит, абсолютно не слышит Джикса, а Джикс слышит Флинстоуна. Скажешь мне, когда ты будешь нападать. Договариваются они, договариваются. Но не слышит Флинстоун, не слышит его. И вот теперь Некрон переходит в наступление по Джиксу. Но чем? Четырьмя пачками свежей всего лишь и только? И только четыре пачки свежей? Но этого мало, чтобы пробить базу гвардейца. Это баснословно мало. Что еще-то? Attack me. Пишешь ты сам себе. Кринж. Как ты не можешь понять, что сообщение от союзника? Где у тебя союзники, дружище? У тебя их нет. Ага, и все стреляют по этому монолиту. Ну ладно, ладно. Ладно. Чем занят? 200-200, так никто не стреляет. Ну, конечно, кринженько это все выглядит. Ух ты! Турели, главка, турели. Пачка свежей сюда. И продвижения никакого нет, господи. Какие-то, это не гвардейцы, это курсанты, это кадеты. Это курсанты. Это курсанты первого курса. Зеленые неофиты. Гвардейские не два неофита против Некрона. Два кадета, два курсанта, два гвардейских курсанта против Некрона. Против сонного Некрона, черт подери. Вот так мы это назовем. Два кадета против сонного Некрона. О, да. Два гвардейских курсанта. Два кадета против полуспящего Некрона. Ё-моё. Ё-моё. Артиллерию, доктрина артиллерии у них ни у кого нету. Флинстоун вышел из игры. Не выдержали сердечко. Не выдержало сердце у него. Не выдержало. Ох ты, сколько ресов. Как ты мог шмалять артой здесь? Три арты и просто, ну, три минуты. Здесь будет просто поле, взрыхскленное, вспаханное поле здесь было бы. Нет, нет. Два кадета против спящего Некрона. Ё-моё, мама родная. Его здесь нет, Флинстоуна уже здесь нет. А сейчас, я так понимаю, Некрон Василий замучает этого Джикса до смерти, замучает его. Этими свежами завозит, задавит, заборет его. Навяжет его. Ох ты ж, блин, как ирис. Как советский ирис, кис-кис. Тянется возня, тянется. И с каждой минутой боевой дух гвардейцев падает боевой дух гвардейцев. Не было у них доктрины связи, не было у них доктрины артиллерии, у них... Ничего не было у этих гвардейцев. Ничего, абсолютно. Пустота полнейшая. Толпа свежей. А Некрон играл одним из... И вот и ливнул и ты. Ливнул и ты. Некрошка, Василий.
Суть в том, что ты не ливнул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 турелей. Ты держался до конца против двух, и поэтому у тебя получилась такая игра. Ну и пусть ты, что ты сражался против двух курсантов, двух пьяных курсантов ты сражался. Факт остается фактом. Ты дрался против двух. И вот они, узкие проходы. Здесь и здесь два прохода. Два узких прохода, которые были забиты свежами. И гвардейцы не могли ничего придумать. Не было у них никаких доктрин. Не было у них ничего. Поздравления, Некрон. Можешь отправляться спать дальше. Ты убил всех живых существ на этой карте. Можешь отправляться с почтением спать дальше. На этом у меня все, братцы. Напишите комментарии, оставляйте лайки. Оставайтесь со мной.